На этой неделе Китай настоятельно предостерег Великобританию от участия в совместных с США маневрах вблизи спорных территорий в Южно-Китайском море, пригрозив ответными военными мерами и разрывом торговых отношений, пишет «Контрамагазин». На фоне ситуации с Брекситом, которая продолжает обостряться, а также сомнительных экономических перспектив после выхода Великобритании из Европейского Союза, Лондону понадобятся все торговые партнеры, которых он сможет найти. Поэтому поддержание хороших отношений с Китаем будет важно для развития экономики страны, подчеркивает издание. Автор заостряет внимание читателей на том, что Борис Джонсон, став премьер-министром, высказывался по поводу золотой эпохи двусторонних торговых отношений с Пекином. Политик поддержал китайскую инициативу «Один пояс, один путь» и даже вмешался в отношения Китая и США, потребовав от главы Белого дома отмены пошлин на китайские товары. Лондон надеется, что, сохранив баланс в отношениях с Китаем и США, сможет заключить торговые соглашения с обоими государствами. Но для того, чтобы удовлетворить пожелания Вашингтона, британцам придется предоставить свои войска для маневров. Во время своего визита в столицу Великобритании министр обороны США Марк Эспер объявил, что Вашингтон ждет от британских ВМС участия в операции по обеспечению свободы навигации в Южно-Китайском море, напоминает издание, подытоживая, что теперь Великобритания стоит перед непростым выбором. Из комментариев и обсуждений в интернете ушел конструктивный диалог. А значит, кризис свободы слова – очередной миф. Ее в нашем обществе предостаточно, пишет издание The Guardian, обращая внимание читателей на следующий факт. За последние 10 лет многим платформам в прессе и в социальных сетях пришлось прибегать к различным мерам для того, чтобы бороться с потоком сообщений, тон которых становится все более резким и оскорбительным. Комментарии в социальных сетях стали настолько лично враждебными, что модераторы вынуждены иногда просто закрывать ветку обсуждения. К примеру, так сделал The Guardian, закрыв комментарий к самым горячим статьям, которые наверняка заведут в тупик. Сегодня, как никогда до этого, люди могут выражать свое мнение и высказываться свободно, пишет издание. Любой человек, имеющий доступ в интернет, может создать профиль и писать в нем, публиковать посты в Твиттере, вести блог и комментировать. То, что они публикуют, практически никто не проверяет, и отсутствие технических навыков не является для них препятствием. Жертвами расширения этого ассортимента способов в первую очередь стали женщины, социальные меньшинства и люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Кризис свободы слова – это миф, и его цель заключается не в том, чтобы обеспечить право выражать свое мнение без цензуры, ограничений или судебного наказания, а в том, чтобы обеспечить себе право говорить безнаказанно. Право не на свободу выражения мнений, а скорее на свободу от последствий этих высказываний, пишет издание и отмечает, что моральное право выражать непопулярные мнения не является моральным правом выражать эти мнения таким образом, чтобы заглушать голоса других или подвергать их опасности насилия. Ученые изобрели способ превратить глаза солдат в приборы ночного видения, пишет Business Insider. Вооруженные силы США уже достаточно давно работают над тем, чтобы сократить вес стандартного устройства ночного видения, сделать его настолько легким, чтобы его использование стало почти неощутимым. Но группа ученых считает, что нашла решение, как вообще не надевать ничего и при этом четко видеть в темноте. По данным ресурса, группа исследователей во время встречи химического сообщества Америки в Сан-Диего, штата Калифорния, собирается представить метод использования чрезвычайно крошечных наночастиц, инъекция которых в глаза наделяет человека способностью видеть в спектре, близком к инфракрасному. Когда мы смотрим на мир вокруг, мы видим только обозримый свет. Но если бы у нас была возможность видеть инфракрасный цвет, мы смогли бы заниматься инфракрасной астрономией невооруженным глазом или же видеть в темноте без использования неудобного оборудования. Цитирует издание эксперта по наночастицам Массачусетской медицинской школы Ган Хана. Человеческое зрение обычно работает с волнами света длиной в 380-700 нанометров. Но в феврале Ган Хан и его коллеги в Университете науки и технологий Китая описали в своей научной работе инъекцию специальных частиц, которые поглощают инфракрасное излучение и переводят его в видимый спектр. Технологию даже опробовали на лабораторных крысах. В результате инъекция наночастиц создала иллюзию тысячи крошечных приборов ночного видения внутри глаз грызунов. С помощью расширенных таким образом возможностей сетчатки крысы смогли реагировать на инфракрасный свет, который был для них ранее невидим. Конечно, это имеет большой потенциал для военной сферы. И не только. Однако эксперты отмечают, что временный эффект инъекции потенциально может меньше навредить здоровью солдата, чем расширение возможностей глаз на постоянной основе.